Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Кировская область оказалась на 77-м месте в стране по закредитованности населения. Рейтинг представлен РИА Новости. Положение в нем определялось по соотношению среднедушевого долга и годовой зарплаты, по данным на начало этого года. В нашем регионе средний долг перед банками на одного жителя 375 тысяч рублей, причем сумма за год выросла на 66 тысяч. И в целом в стране уровень закредитованности вырос почти на четверть. Сейчас объем долга россиян 3 триллиона рублей. Больше всего банкам должны жители Тувы и Калмыкии, меньше всего Ингушетии и Крыма. Почти за 2 миллиона в Кирове отремонтируют памятник Петру и Февронии. Он находится в Александровском саду и был поставлен там 12 лет назад. В юбилейном 2024 году его отремонтируют. На это выделяют 1 миллион 700 тысяч рублей. Это начальная цена контракта, который объявлен на сайте госзакупок. Заявки на участие в аукционе принимают до 13 марта, а победители определят 21 числа. Действует контракт до 11 июля. В эфире «Экономика». 300 тысяч рублей готовы подарить за лучшую концепцию конгресс-холла в Кирове. Объявлен всероссийский конкурс на разработку этой концепции. Он приурочен к 650-летию города и проводится при поддержке Союза архитекторов России. Предполагается, что разместится объект на территории бывшего КВАТУ. Принять участие в конкурсе могут архитекторы, проектные организации, архитектурные мастерские объединения, а также студенты, студенты архитектурных вузов, факультетов и профильных кафедр. Победители получат денежные премии в 300, 200 и 150 тысяч рублей. Зарегистрироваться те, кто желает участвовать, должны до 10 мая. Приниматься работы будут с 15 августа по 20 сентября. Всю конкурсную документацию можно найти на сайте Вятского госуниверситета. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».